В пятницу 2 декабря в Дворце молодежи состоялся концерт участников Всероссийского фестиваля искусств, студентов-медиков и медработников. Масштабный форум пройдет в регионе весной будущего года. В рамках акции «Три дня в Рязани» участники получили возможность познакомиться друг с другом и конкурсными площадками. Во-первых, конечно же, любое студенческое творчество или профессиональное, людей, которые или учатся, или уже работают в той или иной профессии, и возможность не только профессии себя показать, а в творчестве, в спорте. И вот здесь очень замечательно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит такой фестиваль. Фестиваль студентов медицинских вузов и врачей, медицинских работников. И надо сказать, что мы очень рады, что фестиваль возвращается на Рязанскую землю. Сегодня это прелюдия, это фестиваль, который пройдет в апреле. Сегодня 3 дня в городе Рязани. Посмотреть площадки, приехали студенты 8 вузов, почувствовать дух Рязани и, наверное, как я говорю, знать поглубже историю, что когда приехали через 4 месяца, наверное, побывать еще в разных исторических местах Рязанской области. Но самое главное, что ребята подружатся между собой, что они смогут показать, на что они способны, совершенствоваться, одухотворенность, жизнь, любовь. Вот это самое, мне кажется, главное, потому что вы в профессии врача. Очень важно чувствовать друг друга, чувствовать пациента, любить, терпение, вот. Ну и, конечно, профессионализм. Поэтому всем творчества!